Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. Мы играем в игру NEC. И нашли тайную базу, ребята. Гоблины здесь тусуются в этом проходе. И я думаю, мы сейчас найдем вход в эту базу. Идем, разбираемся с этими двумя ребятами, которые пытаются мне что-то сделать. Что-то неприятное мне сделать. Но им это не удается. Я чуть-чуть подрастаю. Кстати, док отправил нас собирать реликты, потому что наш самолет сломался. И нам надо как-то насобирать побольше реликтов, чтобы он смог взлететь. Иначе, говорит, мы не взлетим. Он починит двигатель. Он, кстати, очень умный парень. Док молодец. Мы ему поможем. Поэтому надо идти собирать реликты. В какую-то грязь я попал. Нек станет грязным. Грязный Нек. Так, стоп. Да как так, я близко слишком рано подошел, а ты что, по мне стрелять пытаешься, да? Все, восстановим жизни. Но я уже больше становлюсь, так что нормально. До этого я был вообще огромный. Ходил по большому городу. Можете посмотреть, кто не видел эту серию, как я разбирался с вертолетами, с танками. То есть, ну, не с вертолетами, с самолетами. С танками. И со всей прочей техникой. И с огромным роботом еще справился. Я его просто развалил. А потом я уменьшился. Но это ничего. Так-то лучше. Опять можно разговаривать. Это зенитные пушки нас сбили. Нек, ты должен что-то с ними сделать, иначе мы отсюда никогда не выберемся. Сейчас разберусь, ты не переживай, док. Все будет хорошо. Так, я уже стал настолько крупней, что с одного удара разваливаю этого гоблина. Это хорошо. До этого нужно было два удара. Ну, собирай. Минус скорпион и минус гоблин, я думаю, сейчас будет. А, вот этого я не смог с одного удара свалить. Ну, ничего страшного. Я думаю, можно наверх сначала сходить. Опа, опачки. Эх, надо было супер удар. Ладно, сейчас использую. Не знаю, сюда или дальше надо было внизу еще походить. Ладно, пойдем сюда сходим. Хотя там это под мостом дорог. Ну ладно, я думаю, разницы нету. Не стреляй, ты чё, я тут погряз в грязи. Уворачиваемся. А он, кстати, тоже от меня уворачивается. Но не увернулся. Аккуратно. Быстрей, быстрей, быстрей. Янтаря заберем. Ну и это бомбермена надо этого ликвидировать. Все. Минус бомбермен. Бомбермен. Так, слушай, вон там вот эти ворота могут разрушиться. Да, точно, это и есть секретка. Секретка, только чуть-чуть реликтов там лежало. Этого маловато, надо еще собирать. Куда я пришел? А, я, значит, все-таки правильно пошел, потому что нам надо будет возвращаться обратно. Идти вторую пушку разбивать. Их всего тут три. А вот мне предлагают пойти другим путем. То есть, если три развилки, то дают возможность сначала по одной сходить, потом возвращают тебя. Ну, как-то так придумано. Ладно, нормально. На! Ах ты, как так-то? Я пока с тем, главное, справлялся. Ты на меня успел выпустить стрелу, да? Вот какой, а? Ладно. Сейчас я до тебя тоже доберусь. Сейчас, погоди. Вот так, во, все нормально.
Давай, бей, бей, бей его, пока он стоит тут. Тихо, отходим. Бамс, все, все, ребята, хорошо. Идем до пушки сразу. Все, разломали пушку, собрали, реликтов собрали. И Нек вырос еще больше. Налево ходили, вот сюда еще тоже ходили. Вот туда не ходили. Да тихо ты, че? Сейчас только вот, я только до тебя доберусь. Все, добрался. Давай с этим тоже надо расправиться. Дальше вот туда не буду прыгать, потому что там ворота, выход. Надо до пушки добраться. Она где-то вот здесь. Так, побежали наверх. Опа! Так, хорошо, с этим разобрались. Давай со следующим. А, здесь много. Тихо, супер удар. Вот и все, раз троих повалили сразу. Сразу за раз. Это очень хорошо. Это мне нравится прям. Реликтов. Нек растет. Это самое главное. Ну что, стрелок? Настрелялся? А я пробираюсь дальше. Никто из вас мне не помеха, понял? Ай-яй-яй-яй-яй, подожди, подожди, подожди. Я не буду сейчас торопиться, я аккуратно вас. Ай, вот это ты зря. Вот это ты зря. Потому что я сейчас буду с тобой. Ну, с ним я разобрался. Давай с этим теперь. Не попал, не попал. Зато я сейчас дойду до тебя и попаду, понял? На. Отлично. Отлично, не критично. Так, ну-ка давай, стой, тормози ты свой лук. Тормози, тормози лук. Третья пушка, ребята, и ворота скоро откроются. Мы сможем спокойно, благополучно пройти. Приз получен, работяга. Сколько же тут гоблинов-то много? Ну ладно, мы с ними всеми разберемся. Доктор, взгляните на этого стража. Здоровый. Да, удивительно. Гоблинам удалось создать подходящий интерфейс для нейронной матрицы стража. Он в их власти. Да, точно. А вы заметили, у него огромный ящик реликтов. Мне надо подрасти, так? Сейчас я их перехвачу. И стану больше. Да-да-да, надо. Надо забрать реликты. Ну. Оставь доспехи здесь, они тебе не нужны, понял? Это ты хорошо спрыгнул прямо на меня. С тобой тоже быстро разобрались, нормально. Давай, 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 спускайся. Стоп, пацаны, пацаны, аккуратно. Да хорош ты, чё, я с ним говорил, ты чё, влез? Жизни мало, мало-мало жизни, бежим. На последнем издыхании. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо, не кипишуй, братан. Во, хорошо получилось. Нам главное тот ящик большой с реликтами забрать. И вырасти большим-большим Неком. Катрина, когда ты предложил отправить доктора на поиски ключа, я был настроен скептически. Но теперь они нашли зацепку. Невероятно, да? Мы столько лет искали, а они нашли ключ всего за пару дней. Пора отправиться за ними. Все идет так гладко. Они все сделают за нас. А когда найдут ключ, мы выйдем на сцену и заберем его. А пока вы можете закончить свой маленький проект. Попали на большой завод какой-то и пробираемся, прыгай. Чуть я не упал. Давай, с гоблинами мы боремся, продолжаем борьбу с гоблинами. Иди сюда, чувачок. Я мимо тебя просто так не пройду. Так, а как здесь? Надо быстрее прыгать. Ну, янтарь. Прыжок туда, наверх, наверх, быстрее, 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 быстрее.
Хорошо, пробрались. О, секретная комната. Наконец-то сундук. Мы давно не встречали никаких сундуков. Собираем коллекцию, может что-то... Вот, мне кажется, у нас такая есть коллекция. Точно, это уже пятая деталь будет. Деталь детектора тайников. Насобираем, и будет что-то интересное. Оп, стоп. Вот сейчас надо прыгать, пока она появилась. Идем дальше. Встречаем впереди очередного гоблина, и он быстро отлетает. Но вот тут надо аккуратно. Здесь может и током шарахнуть. Здорово, пацан. Здорово, только иди отсюда. А как туда наверх было забраться? Там еще какие-то платформы. Я вас понял, это дальше будет. Раз, два. И перепрыгиваем. О, выскочка. Выскочка выбежал. На, да как так? Я же по вам вроде по двоим попал. Хорошо, хорошо. А чё он не запрыгнул? Почему? Вот, теперь нормально. Побежали. Наверх. И поехали на лифте. Хорошо, хорошо. Бежим, пока все идет отлично. Да, давай ты не будешь меня бить, понял? Куда? Конвейер. Ладно, я могу вот так перепрыгнуть. Идем против движения. А, можно по балке идти, это будет быстрее. Ну-ка, запрыгни. Нет. Во, вот так. Ну что? Братанчик, на. Осторожно. Опа. А здесь как? Здесь надо пробираться, бежать быстрее, пока он там стоит и не видит ничего. Нет, 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 нет. Он меня быстро увидел и просто меня наказал сразу. Так. Хорошо, с этим нормально расправились. Надо по балкам бежать. Реально быстро получается тогда. Да куда ты? Встань на нее. Прыжка хотел, но не получилось. Надо... Я к нему подойду, я буду прыгать сейчас, потому что... Да, не успел нажать, прикинь. Ладно, в этот раз у меня хотя бы жизни больше было. Стоп, янтарь. Забираем, идем наверх дальше. Продолжаем свой путь. Нас док где-то уже заждался, потому что он нас послал набрать этих реликтов побольше, чтобы я мог вырасти. И потом эти реликты спасут нас, так сказать, в том, что самолет может улететь. Иначе он не взлетит просто. Так, тихо. Аккуратно, аккуратно. Вы что, пацаны? Я понимаю, вас двое, хочется мне накидать побольше, но это... Это вы бросьте это дело. На. Все нормально. Здесь пресс, надо аккуратно. Так. А, куда? Прикинь, я чуть не улетел вниз. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не, нормально, все получилось. Где-то еще... Во, поднимаемся. Эпочки, отходи. Увернуться, показали мне, уворачивайся. Ну-ка, не увернулся я в этот раз. Один раз только показывают увернуться. У меня, кстати, янтарь весь накопился. Можно, в принципе, воспользоваться суперударом на ком-нибудь. Сейчас, если увидим, где какая ситуация будет такая, что их много будет, тогда можно применить. По одному-то... Да что такое, а? Ну ладно, жизни много. Я хотя бы с него начал уже все. И побольше реликтов надо расти. Ну, куда-то меня сносит прям на электричество. Не надо туда. Аккуратно. Я летаю, ребята, смотри, я в невесомости. Тихо. Тут сверкает. Мы на электростанцию какую-то попали. А, меня шарахнуло все-таки. Ладно, хоть жизни много. Так, тихо.
Эх ты! Эх-эх-эх-эх-эх-эх-эх! Подожди, подожди. Ну вот, надо было сейчас суперудар включать. Ну, если сейчас здесь появлюсь, да, нормально. Давай сразу вас двоих, оп! Давай следующих двоих тоже. Ну давай, включай, ты чё не включил-то? Во! Еще будут? О, и на вас на троих как раз. Хорошо, хорошо. Вот здесь я прям думаю, что правильно мы сделали, воспользовались. Пусть хоть теперь суперудара и нету, но мы его сейчас наберем быстро. Кто там? Куда меня опять засасывает? Я янтарь там не забрал. Вы что, верните меня обратно? Ну ладно. Ладно, побегу дальше. Полетели. Облетаем, ребята, это все дело. Так, давай сейчас к нему вернется, и я нападу на него. Все хорошо. Очередной конвейер какой-то. Да, тихо, тихо, куда ты разошелся? Здесь надо пройти быстро. Быстро, 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 чтобы не переломало. Хорош, подожди, перепрыгиваем обратно. Не кидай, не кидай, подожди, братан, сейчас все будет. Хорошо. Доктор, дорога ведет в пещеры. Надеюсь, там есть еще реликты. Понял тебя. Запомни, Нед. Задание будет серьезным. Новое задание. Пещеры гоблинов. Так, давай исследуем пещеры. Отойди, ты что делаешь? Куда ты кидаешь-то на меня? Ты прекращай, чувак. Раз, два и все. Покончили с ним. Здесь секретная комната, вижу сразу. Отлично, реликты все это собираем. Док нас ждет. Мы станем сейчас самыми большими и разберемся с самым главным гоблином, который улетел на своем фиолетовом самолете. Мы не успели его чуть-чуть поймать. Или вертолет, что у него там было, не знаю. Короче, на своей технике летающий. Опа, опа, что это за город тут? Город под землей, прям в пещерах. Пещерный город. Ну-ка, пошли посмотрим. Гоблины здесь обосновались. Здорово, здорово. И пока сразу тебе. Реликты, это хорошо. Еще подрастет Нек. Так, здесь, я думаю, надо перепрыгнуть. Здесь пар какой-то. Ай-яй-яй-яй-яй, меня сразу... паром шарахнуло. Жарко стало. Ой, какой ты грозный-то, смотри. Тихо, 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 тихо. Ну-ка, ну быстро, быстро он падает. Я говорю, чем больше шкаф, тем громче падает. И быстрее даже, может быть. Так, стоп, 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 вы что делаете? А, суперудар, поехали. Вот и все. Не, ну нормально они тут расстроились. Смотри, сколько домов. Стоп, меня не трогать. Тихо, тихо. Меч отлетел у него в сторону сразу. Есть тут секретка, нет? Нету. Так, вас двое. Я понял, что меня сейчас могут раскрутить здесь, так сказать, этими штуками. Да хорош, а? Да не надо так. Оп! Вовремя ушел. И... и она обратно прилетела. Ладно, понял вас. Понял вас, ребята. С вами шутки плохи. Но с Неком еще меньше. У вас шансов остается выжить. Бросай. Тихо, тихо, тихо. Надо успевать вовремя отпрыгивать. Отпрыгивай в сторону, брат. Все хорошо. В этот раз я быстро разобрался с ними. Янтаря побольше, идем дальше. Пар, 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 пар. Смотри, только он как-то через некоторое время начинает выпускаться. Здесь секретка. Ай-яй-яй-яй-яй. Я думал, он сейчас исчезнет, а нет, он на постоянку горит. А вот это уже сложнее, когда еще и сверху там появляется. Раз, готово. Ну что, ребятки, потанцуем.
Вот и потанцевали. А ты что там стреляешь? Я тебе говорил уже, что не надо на меня лук направлять. Так. Ты с пушкой что? Ох ты, тихо, тихо, тихо. Тихо, просто тихо. Этот с пушкой вообще. Но хватило чуть-чуть. Чуть-чуть жизни у меня оставалось, но мне хватило энергии, чтобы его прибить. И как раз здесь ящик. С реликтами. С реликтами. Это очень хорошо. А как прыгнуть? Да не, я не допрыгну туда. Куда ты? А если бы я прыгал просто так, я бы не допрыгнул. Это чисто так специально сделали. Ладно, пускай. Ну что, ребзя. А если так? Красиво получилось, да? Хорошо, вон там секретка, вижу. Стена разломанная. Давай, собирай, еще растем. Так, уже лучше намного. Уже и биться проще становится. И, в принципе, задание выполняем. Док же нам сказал, надо вырасти. Иди собери все реликты, которые здесь только можно собрать. Так, ты дуболом, ты что здесь? На! Вот посмотри, взял свою биту и на меня налетает. Так нельзя. Еще одна секретка. Однако сундук. Давай посмотрим, что есть. Так, золотые, я не помню, вроде тоже есть. Не, одна. Еще одна останется. Детектор реликтов. Поехали. Ой, что-то много. Много их, четверо. И у меня супер удара нету. Ну давай, будем пробовать. В принципе, отлетели все быстро. Остался один. И с ним тоже, я думаю, разберемся сейчас. Тихо, 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 тихо. Ты хлыстом своим тут аккуратно. Все, я его... Я с ним покончил. Тихо. Отходим, отходим, отходим. Нет, 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 подожди. Ну-ка, может быть, наберем супер? Не, наверное, не наберем. Наверное, не наберем. Вот здесь есть еще янтарь, но этого будет мало. Ладно, будем так разбираться, пока он там отвлекся. По воздуху машет палицей своей. Это бесполезно. Мы дальше идем. Кто дверь закрыл? Ну-ка, откройте. Хотя, ладно, пошли дальше. Смотри, он меня ждал прямо здесь. Ну, с этими просто расправляться. Надо, главное, от бомб отпрыгивать. На. Так, подпрыгнул. Здоровяк. В сторону. И все. Пока он там замахивается, можно это все придумать и отпрыгнуть. Так, секретка, ребята, чуть не пропустили. Янтарь. Да, а как? А, до этого я даже не заметил его. Да что ты, надо было сразу прыгнуть. Ладно, идем. Ну, большой, прям большой город здесь. Там с пулеметом сидит, прикинь. Да что такое-то, а? Ну-ка, 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 тихо, тихо, что ты делаешь-то? Как мне его? Во, выходи со своего пулемета. А я могу сесть, нет? О, это же реликты, смотри, или нет? Нет, ничего с него не высыпалось. Перепрыгиваем. Аккуратно, чтобы в лаву не угодить. Что-то они плавят. Металл плавят. Это же металлобаза какая-то. Машиностроение. Они машины здесь делают. А точнее, технику всю гоблинскую. О, секретка. Еще подросток. Раз. Да что ты... С прыжка надо было.
Ну-ка, ворота откройте. А, наверх надо, подожди, не туда. А, вот так, все. Кто следующий? Тихо, 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 тихо. Он с одного удара, прикинь, меня разломил просто. Опять отсюда начал. Сейчас я янтаря наберу, с вами поговорю. Да что ты, а? Ну я ж сзади вроде уж зашел. На! Тихо, надо вот от этих вообще прям уворачиваться, потому что опасно, он с одного удара может. С одного удара может прикончить. Хорош, подожди, ну чё ты? Так, секретка. А, здесь реликты, идем дальше. Как-то в тот раз неаккуратно получилось. И сейчас опять их много здесь, да? Ну-ка, давай супер ударом сразу. Не попал я, по-моему, по нему. На! Жизни мало. А вот эта коробка не реликты случайно? Они самые. Все. Разломаем ему здесь все. Нечего садиться за пулемет за этот. Падаем вниз. Здоровяк, ты не кричи. А то пещера рухнет. На! Да что такое-то, а? Тихо. Подходи, подходи сюда быстро. Еще два таких вывалилось. Ладно, решили с ним. О, я вовремя отошел. Мог бы их получить сейчас. Янтарь, давай их сейчас супер ударом, а, шарахнем. Готово. Только ничего особо не поменялось, ладно. Ой, вообще здоровый выходит этот, который таскал тут ящик-то. Ну давай поговорим, братуха, потанцуем. Пока не понимаю, как его бить. Просто машет руками. Ладно, ладно, сейчас махнешь, я к тебе подойду тогда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, больно. На. Не получилось, осторожно. Вот сейчас получится, нет? Нет, 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 нет. Ближе, ближе. У меня руки длинные, кстати, вообще. Могу доставать его. На. Нет. Да нет, сказал, не надо на меня прыгать. О, поломал я его все-таки. Куда дальше? Мне бы залечиться. Так, а я какой-то каменный, что ли, стал? Не пойму, что у меня. Или что, или мне надо просто обрасти больше реликтами, тогда я привычным снеком буду. Неком, то есть. Опять ты, что ли, здоровяк? А, ну мне жизни же... А, вон туда мне надо было пробраться. Ну ладно, мы сейчас отсюда начнем, я думаю. Сейчас, здоровяк, с тобой поговорим. Ну-ка, дай-ка я вот так превращусь. И попробую с тобой по-другому. Ну-ну-ну, он что, защищается? Он просто улетел, ребята. Я не ожидал этого, что он улетит. Такое тоже бывает. Так, тихо. Притормози, братан, осади коней. Давай. Секретка. Еще больше станет нек. Это хорошо, это прям очень радует. Уже вообще прям не боюсь я даже тут бегать. Бам. Тихо. Тихо, ты махни, и все, и можешь... И можешь падать уже. Да что ты... Подожди ты. Все, теперь можно дальше. Не все же мне маленьким быть. Когда-то надо здоровым становиться. Янтарь. Еще. Это что за дурмашина здесь стоит? С нее мы реликтов соберем, нет? Ой, хорошо вообще. Еще.
Дай еще. Не дает. Здорово, братва! Че вы тут заскучали-то без меня? Стоят, грустят. Тихо. Давай еще соберем реликтов. Еще больше сейчас становлюсь. Ну-ка, давай-ка. Растем, растем. Мне кажется, Дока скоро мы встретим. Где Док? Ой, как светло. Ваш в глазах помутнело. Вон он собирает самолет наш. Слышь ты. Оп. Да хорош, а. Увернулся я тебе. Давай, давай. Вон, чуть не улетел опять вниз. Еще один, что ли? Да сколько вас тут? Оп. На. Тихо, тихо, тихо. Тормозни. Все, пора. Не-не-не-не-не, а чё, почему так? Я же вот сейчас он улетел вниз туда и разломался там весь. Давай, растем еще. Все, Док, я твое задание выполнил, я стал огромным. Ну вот, я большой. Уходил маленький. С двигателем. Посмотрим. Как по маслу. Подними самолет. Да легко. Что, запустить да. тебя? Я понял, что дальше. Все верно. Швыряй. А вы уверены? Да бросай же. Вот и все. Ой, нет, куда, куда, куда? Он не завелся. Завелся нормально, все. Док чуть не рухнул вниз. Так, ребят, сейчас с вами разберемся. Прыгай! А, ну ладно, фиг с вами, не будем разбираться. Сейчас я маленьким стану. И Док меня спасет. Все нормально, улетели все вместе. Так, немного дальше. Постараемся вести себя потише. Завод гоблинов. Ну сейчас мы были, мы тоже же сейчас на машиностроении были там. Понял. Райдер и Лоукас уже добрались до пустошей. Когда закончим дела, присоединимся к ним. Так, почему бы тебе не разобраться с этими воротами? Сейчас разберусь. Только надо вырасти. Стена. Глава называется «Стена». Ребят, ну это уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. И всем удачи, и всем пока!